на состоявшемся на этой неделе инфочасе с вице-мэром по городскому имуществу и хозяйству Андреем Филипповым обсуждались многие вопросы, связанные с предстоящим началом учебного года. Так, чиновник сделал отчет о том, какие ремонтные работы в дошкольных учреждениях были проведены в летний период. Бюджетом города на 2009 год запланировано 11 551 тысяча 200 крон. Значит, это на ремонт в детских дошкольных учреждениях. С 1 марта, о чем я говорил, то есть правительство запретило брать кредиты. Значит, в связи с этим отсутствует финансирование для проведения работ в полном объеме. Значит, был пересмотрен бюджет, и в настоящий момент проведены работы, завершены работы в детском саде Чиполлино. Это 403 тысячи крон. Значит, в детском саду Каккуке замена внутренних сетей 249 тысяч. Детское учреждение Тулуки 572 тысячи. Детский сад Культ Калуки 189 968. Значит, детский сад Садомики 319 тысяч. По детским садам общая сумма составила 4 359 тысяч 886 крон. Ремонт школ в 2009 году. Город инвестировал 17 542 896 тысяч крон. Значит, тут идет как бы тоже, допустим, на Солдиновскую гимназию идет 2 990 тысяч 700, Кисклиновская гимназия 439 700, шестая школа, первый и второй ремонт школьных помещений 4 922 218, реновирование хоровой школы 1 600, в паю школ реновация помещений 403, в Пяхлемяйской 5 миллионов 362, в Аналиновской Ригикуль 462, гуманитарная гимназия 1 362 078.